про Джокер, Хоакин Феникс, такая черно-белая версия. Можно сказать, наверное, может, больше как коллекционная. Такой стильный, нуарный. Оп. Такой подиум. Грустное такое лицо. Сзади, в принципе, нормальный. Такой черный, как глянцевый. По бокам нигде не прорисован, только спереди. Так вот он. Такое лицо у него грустное. Руки уже пришли собранные. Сейчас ставим. На руках, кстати, здесь по бокам тоже вот запонки, рубашечка вылазит, которая даже здесь вот у него видна. Так. Ставим руки. Револьверчик. И вулс. Вулс прикольно, что они, кстати, спокойно ставятся и сзади ничего особо не закрывает никакой принт. Ну, такой получается у нас